Доброе утро! Сегодня снова рубрика под названием «Семейный энтертеймент». В общем, мы все дружно договорились съездить покататься на лошадях. Вроде как недалеко от Тбилиси есть конюшня, поэтому съездим на разведку. В общем, мы поехали. Доброе утро. Мне все спят, поэтому я говорю очень тихо. В общем, хочу сейчас подстричь немножко волосы. Если что, я это всегда делаю сама каждый месяц. И, наверное, лет с 17-18. Раньше моя мама был салон красоты, и я ходила к ней. Когда салон закрылся, я просто начала стричься сама. Мне никогда не было страшно. И вроде все. Тьфу-тьфу-тьфу, обычно получается хорошо. Плюс я не делаю ничего экстраординарного, просто стригу кончики и поддерживаю такую как бы лесенку. У меня просто волосы довольно быстро отрастают. Кусь я всегда на растущую луну, может быть, это влияет. В общем, сегодня как раз хороший день, поэтому пойду подстригусь. И стригусь я, кстати, всегда такими ножницами, которые попадутся под руку. Раньше у меня были такие огромные ножницы для бумаги, а сейчас это маникюрные. Сама с себя просто смеюсь. Просто челка стала немножко короче. И чтобы волосы потом хорошо лежали, я их просто... Вообще, мне кажется, это даже выглядит как после нормальной укладки. Я просто делаю пучок на чистые, только что вымытые волосы, и они потом как-то красиво закрываются. В общем, я покажу, как это выглядит.
Кстати, так и по утрам сама ко мне подходит, чтобы я подняла ее задние лапки, она вытянулась, как настоящий йог. Сейчас я покажу, это очень забавно. Встречаемся на балконе, на этот раз матчей. Все-таки она мне вообще не нравится. Хотела вам рассказать, как мы вчера съездили в конный клуб. Сразу скажу, что мне невероятно там понравилось. Во-первых, там огромная территория, очень классная инфраструктура. Можно погулять около пруда, можно посмотреть на разных животных, потому что у них там целая ферма, где козочки, овечки, уточки, кролики, ослики. В общем, кого там только нет. Есть еще очень вкусный ресторан, который тоже очень красиво выглядит. Просто это всегда удивительно, когда вот на какой-то такой территории есть заведение, в котором действительно вкус. Там еще есть много вариантов, как вы именно хотите взаимодействовать с лошадьми. Если вы берете урок верховой езды, то вы сами запрягаете лошадь, вам там помогают, конечно. Изучаете, какие там есть детали у всех этих креплений и так далее. И дальше уже можно пойти вместе с тренером либо в манеж, где вы будете учиться непосредственно в верховой езде, либо можно покататься по самой территории, где вас водят за ручку, и вот так вот вы просто чувствуете лошадь. И третье — это то, что можно уехать прям в лес, как вольная птица, но тоже с тренером, и как бы ездить, как вам вздумается. Вот. В общем, как взрослым, так и детям, мне кажется, там будет прям очень-очень здорово. Мы ездили впятером, всем понравилось, все остались очень довольны. И больше всего я была в шоке, что был доволен мой муж, потому что он всегда боялся лошадей, никогда не хотел на них кататься. А тут они с лошадью стали одним целым, он даже там и рысью на ней поездил. И мы еще с ним смеялись, что каждому из нас досталась лошадь, которая была, ну, вот как-то схожа с ее наездником. У моего мужа была просто такая лошадь, как баржа. Она была довольно медленная, но очень умная, такая вальяжная. У меня, наоборот, попалась лошадь. Просто изначально мы думали, что будем кататься просто по территории, но оказалось, что там тебя возят, поэтому я попросила, чтобы я пошла тоже в манеж. А лошадь не предназначена для этого, потому что начали заниматься только полгода назад, она еще молодая, она всего боится, слушается через раз, но все равно мы с ней в итоге договорились, и я покаталась абсолютно нормально, классно, просто потому что у меня была такая неуправляемая немножко лошадь, но при этом такая классная. Просто для тех, кто не знает, я занималась конным спортом еще с самого детства, занималась им профессионально, и выездка. Есть конкур, есть выездка. Конкур — это когда лошадь прыгает через препятствия, выездка — это когда она делает разные упражнения. Говоря, бег в бок, бег назад. Настолько люблю лошадей еще с самого детства. Когда мне было 2 года, я всегда просила маму отвезти меня к Макдональдсу, потому что там были лошади, на которых можно было кататься вокруг Макдональдса. Потом в 3 года меня уже отвезли в конюшню, где это была такая любовь. Я всех хотела целовать, обнимать, кормить. И родители поняли, что, видимо, надо меня отдавать заниматься. Прозанималась я, правда, очень долго, но в подростковом возрасте уже стало немножко не до этого. Плюс в Москве цены выросли как-то вообще невероятно. У меня занятие 45 минут стоило 5000 рублей. А здесь, кстати, в этой конюшне очень дешево. Там занятие с тренером стоит 60 лари. Я бы с радостью возобновила занятия. Ездила туда 3 раза в неделю, если не чаще. И вот всем, кто будет в Тбилиси, очень рекомендую съездить в этот конный клуб. Поэтому там вам понравится. Так, и показываю, как выглядят волосы. Прошло где-то полчаса.
В общем, мне просто нравится такой эффект. Мне сейчас немножко еще прилягут. Будет хорошо. И у нас сегодня понедельник. По понедельникам у меня всегда с утра астрологические лекции. И параллельно я убираю квартиру. Поэтому будем этим заниматься. Еще сегодня позвали на день рождения, поэтому надо собираться. И я думала надеть свои светлые джинсы. Я их покупала в каком-то из влогов, но ни разу не носила. И с того момента я стала весить, наверное, на 2-3 килограмма больше. И вот мне интересно, влезу я в них или нет. Так что сейчас будем смотреть. Конечно, наверное, не самый очевидный выбор в дождь, но я подумала, что если не сегодня, то, наверное, уже никогда. Мне кажется, что все застегнулись, но дышать в них, наверное, тяжеловато будет. Если что, это джинсы были из Pull&Bear. А боди я как раз его покупала в одном из прошлых влогов тоже, и он из Зары. Дубль 2 — это мои обычные светлые джинсы, которые я тоже давно не надевала. Но, если честно, сидят они плотненько. И эти джинсы, по-моему, тоже из Бершка. Сейчас у нас будет контент для мужчин и женщин. Макияж на фоне футбола. Thank you.
Получилось доснять суп. К нам пришла семья. На самом деле это был самый простой куриный суп. Я рассказывала, что люблю домашнюю еду, и там не хватало лишь кадра с зажаркой из моркови и лука. И в конце я просто туда кинула укроп. Кстати, я хотела у вас кое-что спросить. Я провожу собственную статистику, и вот мне всегда было интересно, что вам больше всего нравится смотреть. Допустим, лайфстайл или рецепты, может быть, здоровый образ жизни или покупки. В общем, все что угодно. Если вы напишите в комментариях, буду очень благодарна, потому что мне правда интересно, вот что как раз, что было бы классно почаще снимать на мой YouTube-канал. Ну и, наверное, уже будем заканчивать. Я начинала монтировать. Там видео уже больше, чем на 20 минут. Кстати, мне тоже интересно, вам нравится, когда видео там минут 10, чуть побольше, или там за 20 можно все полчаса. Вот. В общем, спасибо огромное вам за просмотр и до новых встреч.